Власти Италии с 3 июня возобновляют свободный въезд в страны ЕС и въезд в страну. Об этом в субботу, 16 мая, объявил на пресс-конференции итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. С 3 июня можно будет передвигаться между странами ЕС без обязательного карантина для прибывающих в Италию. Это создаст условия для возобновления туризма, отметил Конте. При этом до 3 июня будут сохраняться ограничения передвижения между итальянскими регионами, которые пересмотрены перед указанной датой. Конте напомнил, что с 18 мая жителям страны можно будет свободно передвигаться внутри региона проживания и выходить из дома по любым причинам без объяснений. Он также подтвердил, что с 18 мая откроют магазины розничной торговли, парикмахерские и косметические салоны, а рестораны, бары, пиццерии, пабы начнут работу с условием, что эпидемиологическая кривая будет под контролем и при соблюдении всех мер предосторожности. Эти же условия действуют для морских курортов. Премьер подчеркнул, что все граждане рекомендовано всегда иметь при себе маску и пользоваться ей в многолюдных и закрытых местах.